Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня вяжем вот этот вот джемпер с косой. Вяжу на себя, у меня приблизительно 44-46 размер, вот схема по сантиметрам, все в сантиметрах, была просьба девчонки мерять все в сантиметрах, вот я уже по итогу промерила, что у меня получилось после ВТО, и вот эту схему заскриньте, чтобы сверяться с ней, то есть вы сможете адаптировать под свой размер, то есть начинаете так, как я, сверху, вот, а там регланом регулируете эту всю ширину, регланом, подрезом. Это все регулируется очень просто. Поэтому я же говорю, ориентировочные размеры, это на меня 44-46 размер. Вот, пряжу вязала из итальянской пряжи, которую мне дала заказчица. Я вам сейчас расскажу, из чего бы я рекомендовала. Ушло у меня 600 граммов. 200 метров в 100 граммах, и спицы я использовала 3,5 миллиметра. Вот, значит, плотность вязания, вот тоже это ориентировочная цифра, то, что у меня получилось как бы по итогу, именно моя плотность вязания, это 18 петель в 10 сантиметрах, это после обработки, 25 рядов в 10 сантиметрах. Так, и ориентируемся на пряжу, если хотите попасть в мою плотность, и именно, как бы, чтобы так оно и выглядело по итогу, то ориентируемся на 200 метров в 100 граммах. Вот, что бы я рекомендовала из того, что у нас есть, значит, Yarn Art Milano, она чуть тоньше, но она как бы в вязке очень красивая, мягкая, мне очень нравится. Ну, это будет 260 метров в 100 граммах, и я думаю, она и на 3,5 спицы, на такую плотность как раз будет, он даже будет мягче, такой нежнее и мягче. Состав в Милана очень классный, тут альпака, шерсть, вискоза, акрил. Люблю я эту пряжу и очень люблю вот эту вот Silky Royal. Значит, Silky Royal у нас шелк и 65 мерина шерсть. Вот, кто с Украины, девчонки, заходим, заходим за пряжей. Вот, ссылочки все под видео в описании. А кто из России, я думаю, вы либо подберете по плотно, по метражу, либо такую пряжу по названию вы легко найдете. Она продается везде, и в других странах тоже. Купить пряжу, идеально подходящую для вашего будущего вязаного шедевра, можно без лишних хлопот. Достаточно просто посетить наш интернет-магазин. Вас ждет широкий выбор разнообразной пряжи. В ассортименте нашего интернет-магазина представлена пряжа хорошего качества, таких проверенных тысячами клиентов-производителей, как Ализе и Yarn Art. Мы внимательны к каждому клиенту. Мы бережно и с любовью упаковываем все ваши посылки. Мы оповещаем вас об акциях, скидках и пополнении ассортимента. Мы хотим вдохновлять вас. Мы хотим быть лучше для вас, наших любимых клиентов. Чтобы купить пряжу, обращайтесь к нам. Вещи, связанные с нашей пряжей, будут очень удобными, теплыми, уютными. Будут носиться долго и станут главным украшением гардероба каждого нашего клиента. Покупать пряжу для вязания у нас удобно и надежно. Доставка осуществляется Новой и Курпочтой по всей Украине. Вот, Ализе из бюджетных, Ангора Реал 40, в два сложения, здесь 480 метров в 100 граммах, и в два сложения как раз, ну, она теплая, девчонки. То, что из бюджетного не очень теплая, вот это Ализе Ангора Голд, тоже в два сложения. Но я бы сказала, что вот эти, вот эту пряжу, вот из этих, этой серии, хватит по 500 граммов. У меня она тяжелая. Вот, потому что там хлопок в составе, поэтому всю пряжу, которую я рекомендую, я уверена, что 500 граммов хватит, то есть упаковки вам хватит. Суперлана Тик из бюджетной, не теплой пряжи, тоже в два сложения будет шикарно. Лана Голд 800 в два сложения будет хорошо. И Ангора Голд тоже, все вот эти, вся вот эта пряжа в два сложения прекрасно подойдет, девчонки, так что не пугаемся, кому подешевле. Вот эти вот, Реал 40, Суперлана Тик, Ангора Голд. Кому покачественнее, то, конечно же, Милана и Силки Роял я бы рекомендовала вот именно для этого джемпера.
Вот. Он будет даже лучше вот из силки. Да, из обеих не буду как бы говорить, что лучше, что хуже. Мне нравятся вот эти вот обе по составу и по ощущениям, и вязки, и все мне вот в этих пряжах. То есть цена-качество супер. Вот и состав супер, девчонки. Так, теперь по размеру. Заскринили, чтобы сверяться. Вот, в сантиметрах все, я постаралась все везде промерить, чтобы все было после обработки понятно. Вот, что еще хотела сказать. Коса у нас под видео, в описании оставлю видео, ссылочку на видео с косой. Подробно я разбираю эту косу и схема там. То есть в этом видео я на нее останавливаться не буду. Вот такие вот пироги. Все, девчонки, начинаем. Для начала я набираю 86 петель. Вернее, я наберу 87, и потом последнюю одену на первую или первую на последнюю. В общем, набираю 87 петель. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 84, 85, 86, 87. Здесь в конце я всегда делаю узелок, чтобы последняя петля не распускалась. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, перезамыкаю в кольцо. Далее вот эту петлю, через нее протаскиваю первую, через последнюю. И тем самым соединяю это все дело кольцо. Теперь, чтобы у нас... так, сейчас я покажу схему. Значит, 86 петель. 30 петель у нас идет на резинку. Из этих всех 86 петель, это значит, что 56 петель... Ой, на резинку, слышите меня? На косу. Ну и по одной изнаночной здесь давайте. Одна изнаночная, и здесь одна изнаночная. Это значит, что здесь у нас 32 петли, как бы 32, а остается у нас 54 петли. Вот чтобы сзади была вот эта состыковка, я вяжу 54, 27 петель лицевыми. Раз, два. О, господи, как всегда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Теперь одна изнаночная, 30 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Есть. Теперь одна изнаночная. Мы отделили косу 30 петель. И осталось у нас 27, как бы соединить. И далее вяжем по узору. Начинаем. Вот первый ряд мы просто отделили. И начинаем по нашей схеме. Вот она. Ну, это так, для напоминания. Но схема у нас
в отдельном видео я говорила, и коса в отдельном попетельно, поэтому с косой разбирайтесь до того, как вы начнете вот это вот вязать. Ну, хотя можно и сейчас, кто не разобрался, сейчас разбирайтесь. В общем, в любом случае, вам нужно будет посмотреть то первое видео. Так, и я вяжу в высоту саму горловинку. Так, девчульки мои, провязала я 26 рядов, я провязала сейчас высоту. Я вот сейчас нарисую высота горловины 26 рядов и в сантиметрах 10 сантиметров, да? Горловинка наша 10 сантиметров. Теперь, ой, боже, я сейчас спать хочу опять. Вот таким вот образом мы распределяем реглан по 2 петли всего. Да, я, кажется, что это мало, но нормально. Нормально рукав свою догонит. Итак, значит, 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь из этой петли, вот она, регланная линия, я ее возьму и обозначу чуть ниже, вот таким вот образом, чтобы просто знать, не потерять, чтобы этот маячок мне маячил. Добавляем вот таким вот образом, одну петлю поднимаю из петли ниже под ряд, провязываю и тоже поднимаю. Так, 2 лицевые, это 2 лицевые на реглан, ой, на рукав. Следующая регланная линия, ой, ну что ж такое. Дополнительно, вот смотрите, петля и под ней наряд ниже. Я поднимаю вот эту вот петелечку, провязываю из нее как бы петлю дополнительную, провязываю основную петлю и с этой стороны делаю то же самое. Провязываю. Теперь 30 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Второй рукав. Реглан сейчас вывязываю. 2 петли между регланом. Раз, два. И последний. Определили мы 4, здесь 8 петель должно остаться, да, все правильно, и 8 петель довязываю, ну и плюс коса. Определили мы регланные линии, значит, 1, 2, 3, 4 по одной петле на регланную линию, по 2 петли на рукав, здесь 30, спинка, 8, 8, и плюс вот здесь вот 32 петли коса, включая вот эти 2 изнаночные. Да, впереди больше, но учитываем то, что коса, она у нас стягивает. Ну и реглан таким образом вяжем через ряд. Ну, как обычно, классические девчонки реглан. Ряд вяжем, ряд не вяжем. Так, девчонки, мы подходим с вами к азиатскому ростку. Как бы мне так вас поднять, чтобы все было
видно хорошо. Видно, так будет. Значит, сколько я провязала? Давайте будем считать. Я вот схемку нарисовала. Сейчас вам подробно все скажу, а вы ориентируйтесь. В этом моменте понятное дело, что вы можете корректировать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. То есть всего у меня провязано 50 рядов. Если говорить о сантиметрах, то это у меня длина регланной линии. Значит, рисую вам. Значит, регланная линия 22 сантиметра у меня. Это, опять же, меряйте, возможно, вам нужно глубже, возможно, меньше. Это моя величина. Вот такая вот. Значит, далее, что у меня здесь? Вот эта вот часть рукава 30 сантиметров, 54 петли. Регланную линию, вот эту я спустила в рукав. Здесь у меня по передней детали 98 петель, это 47 сантиметров. Здесь у меня 80 петель, это 42 сантиметра. Разница уходит у нас на косу. Значит, что это значит? Что здесь у меня 42 сантиметра, и разница составляет 5 сантиметров. И мы будем вывязывать азиатский росток. И добавим недостающие сантиметры как раз и петли. Вот. Значит, что это? Здесь рукав то же самое, 30 сантиметров, 54 петли. Вот надо в такой стадии я делаю азиатский росток для этого. То есть, ну, на этом этапе. У вас же, я же говорю, в зависимости от вашего размера, у вас будет либо больше, либо меньше. Я решила, что мне достаточно. Вот. То есть это нужно мерить на себя. Вот. Теперь я вяжу только вот детали спинки. Я отделила. Видите, на отдельные спицы. И буду вязать детали этой спинки. Еще я буду добавлять в начале каждого ряда воздушную петлю. Вот таким вот образом. Вяжу поворотными рядами. Это можно, конечно, делать как реглан, но я не хочу, чтобы там были добавления. Пусть эта линия будет красивой. Поэтому я буду добавлять просто в начале каждого ряда по петле. Это значит, что с обеих сторон будут добавляться петли и то же количество, которое при вывязывании реглана. Высоту определяем сами. Я буду вязать примерно 4 сантиметра. Ну, высоту, потому что в прошлом джемпере я вязала больше, и азиатский росток плохо, когда много сильно. Лучше не рискуйте. Максимально 5 сантиметров 7 я вязала, и мне не очень понравилось. Вот. Так, довязываю до конца, последнюю вяжу изнаночной. Вот она, регланная линия, которая уходит в рукав у нас, поворачиваясь. А смотрите, я этой спицей вяжу, мне надо было отделить. Ну да ладно, не обязательно. И здесь вот то же самое я делаю. Делаю воздушную петлю здесь вот таким вот образом. Кромочную ввязываю в вязание. Тем самым у нас эти добавления будут как бы последняя петля, что у нас уйдет потом вовнутрь. Все будет красиво и аккуратно. И вяжу сейчас 4 сантиметра высоты. Итак, мои хорошие, что я сделала? Я добавила, провязала 12 рядов в сантиметрах. Сейчас скажу, наверное, все-таки у меня получилось 5 сантиметров. Так. Да нет, если смотреть отсюда, то
4. Может, 4,5. И добавила я всего, девчонки, здесь 6 раз по одной петле. Ну, соответственно, здесь 6 раз по одной петле. И получилось у меня сейчас 92 петли, а здесь 98, у нас 6 петель больше. По сантиметрам у меня получается теперь и здесь 47, и здесь 47. То есть здесь 42, да, было. Осталось. Так, значит, 47 сантиметров у меня. Мне нужно по итогу 52 сантиметра ширина моего изделия будет. 52 итогового сантиметра. Это значит, что 5 сантиметров мне нужно добавить в подрез. В 5 сантиметрах у меня, сейчас измерим, в 5 сантиметрах, еще ВТО, но это, конечно, нужно мерить, ой, это, конечно, нужно мерить на образце после ВТО, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель, то есть, здесь я еще для подреза добавлю 9 петель. И здесь добавлю 9 петель. И соединю это все дело. Сейчас вяжу спинку. Добавлю подрезы. И соединю обе детали. Так, 9 петель, довязала я спинку, добавляю 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть вот петли спинки у меня, вот они отдельно, и довязан этот росток азиатский, вот о чем я говорила. Так, теперь я, сейчас у меня здесь на спицах петли рукава, я их переснимаю. Я могу, в принципе, и на вот эту вот, не могу, мне нужно отдельно. Значит, переснимаю петли рукава, их мы будем вязать потом. Так, 9 петель, вот она спинка, и вот она передняя деталь. Здесь я отделила рукав, и теперь я соединяю спинку с передней деталью. Вставляю здесь рукав. Так, вот я довязываю переднюю деталь линии реглана центральную. Так, вот я довязываю переднюю деталь, регланная линия уходит на рукав. Вот он мой второй рукав, я отделяю его. И набираю 9 воздушных петель теперь здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Так, и соединяю теперь со спинкой. Все, мы соединили в круговое вязание все детали. Ну, все перед и спинку. Вот, смотрите, рукав и подрез, спинка, передняя деталь. Все, и теперь я вяжу вот эту тушку
круговую вниз на нужную мне длину. Так, девчонки, провязала я здесь 88 рядов. Вот, вот, вот. Не знаю, как вам соорудить это все дело. Вот 88 рядов. От проймы в сантиметрах, это у меня 36 сантиметров. Вот. И теперь я перехожу на резинку 2х1. То есть 2 лицевые, 1 изнаночная. Тут, конечно, уже на ваше усмотрение, резинку можно делать какую хотите. Но я решила вот такую сильно стянутую не хочу. Я хочу, чтобы была такая свободная. В общем. И длину тоже, понятное дело, регулируйте на свое усмотрение. Все, вяжу я резиночкой еще сантиметров 10. Так, девчонки, провязала я 22 ряда. Вот такая вот у меня резиночка получилась. И закрыла все петли. Вот, вот, вот. И тем самым у меня передняя деталь, то есть тушка, готова. Я вам измерю общую длину. Вернее, длина от проймы у меня составляет 47 сантиметров. И длина от плеча 68 сантиметров. Вот такое вот пироги. Теперь, девчонки, у нас на очереди рукав. Здесь у нас, смотрите, здесь у нас вот этот вот азиатский росток. Нет, это у нас подрез, вот он, а здесь азиатский росток. И я нить привязываю сюда. У меня было все переснято на дополнительные спицы. И теперь я буду вязать основными спицами. Вернее, я сейчас вот так вот сделаю. Значит, я одну петлю первую добавляю вот здесь вот из промежутка, чтобы заполнить эту пустоту потом. И далее из этих дополнительных. То есть у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Теперь, видите, я перехожу на вот этот вот подрез. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И вот, а нет, здесь у нас все хорошо. И теперь привязываю вот эти вот петли, которые у меня оставлены для рукава. Так, вот теперь вот я эту ниточку привяжу. Привяжу. Далее. Теперь, смотрите, вот мои петли подреза. И я в половине этих петель подреза, у меня там было сколько, 12, да, я ставлю маркер.
То есть я обозначаю середину в половине подреза. То есть вот эти вот петли ростка не считаются. И вяжу. Так, итак, я провязала 4 ряда, это для начала. Теперь что мы будем делать? Мы будем делать сокращение. Вот смотрите, каждые 4 ряда, то есть через 3 ряда в четвертом до маркера я провязываю 2 петли вместе. Далее вяжу еще 4 ряда, и в следующий раз я буду сокращать вот здесь вот после маркера, то есть вот эти по 2 вместе. Один раз мы делаем не с обеих сторон, а здесь сделали 4 ряда, здесь сделали 4 ряда, здесь сделали. То есть вы можете, если вам нужно меньше сокращений делать, то в пятом ряду, допустим, в шестом. Ну, у меня как раз вот такая вот система, как раз нормально мне получается. А я один рукав уже связала здесь, и мне все нравится. И так продолжаю сокращать. Так, девчонки, связала я свой рукав. Значит, что рассказываю, что у меня по рукаву. Значит, закрывала я петли до того момента, пока у меня не осталось 48 петель. Число петель должно, которое остаться, кратно 40, ой, кратно 3, да, чтобы опять же у нас была резинка 3 на 2 на 1. И от проймы у меня связано в сантиметрах сейчас 42 сантиметра, плюс я еще буду вязать резинку. И 48 петель, это в ширину осталось. То есть закрывала, пока у меня не осталось 48 петель. Значит, всего 12, то есть 24 в окружности. Тут тоже зависит от того, как вы хотите. Ой, господи, что ж ты, Вика, делаешь? Значит, вот сейчас я еще сантиметров 10, по-моему, там провяжу. Перехожу сейчас на резинку 2 на 1, точно так же, как и снизу, и вяжу резинкой. И потом вам еще покажу, как я закрывала петли. Вот, может, вам это и не нужно, но я вам покажу. Значит, перехожу на резинку 2 на 1. Так, провязано у меня 28 рядов в сантиметрах. Если померить эту резинку, то это 11 сантиметров. Я говорила 10, получилось 11. Сейчас я вам покажу, как я петли закрывала. Значит, по узору провязываю изнаночную, изнаночную, лицевую, лицевую, и потом одеваю петлю первую на вторую. То есть вот эту вот петлю одеваю на провязанную. Единственное, что провязываю по узору, как лежат петли, и закрываю все петли. Так, еще один маленький штрих, девчонки, мы сделаем вот с горловиной. Уже после того, смотрите, видите, у нас здесь начинается коса. Я вот хочу ее вот так вот как бы зафиксировать вот в такую вот складочку, чтобы это на горловине не топорыщилось. Вот таким вот образом я ее складываю. Вот так вот, чтобы эта коса так и выглядела. Значит, я беру... Так, вот это вот я продену, конечно же. Потом. Значит, я беру основную нить в два сложения. Вот такой вот цепочкой я это все дело обвяжу. Вот это я потом продену. Значит, таким вот образом в каждую петлю один, как бы, одна цепочка. Следим тоже за тем, чтобы голова потом пролезала, чтобы это было пластично. В
утюжком потом подправим. Лучше посвободнее потом подправить утюжком, чем потом не влезет голова. Такой вот ободочек как бы по горловине. Не обязательно, девчонки, это на ваше усмотрение, по вашим желаниям. Так, а вот здесь вот смотрите, вот то, что я говорила, вот эту косу мы как бы складываем, здесь мы будем прокалывать насквозь. То есть мы как бы зашиваем вот эту вот складку. Видите? Так, все тянется. Проверяем, проверяем. Если что, сразу же, не отходя от кассы, распускаем и вяжем свободнее, чтобы ничего у нас потом не делало нам дискомфорта. То есть, представьте, мы сейчас накрасились, все такие красивые, и голова пока пролезла свитер. Вот. Стерла весь мейкап. Вот у меня такое было, девчонки. Тоже с джемпером. Все осталось на воротнике. Так, а выглядит, смотрите, закончено, красиво, симпатично. Вот и в последнее. Здесь уже отрезаем. И все, теперь по вашей пряже, девчонки, как вам как бы. Тут способ обработки. Я буду гладить с паром вот эту вот пряжу. Здесь у меня хлопок шерсть, поэтому мне здесь подходит именно глажка, такая жесткая. Эта пряжа не боится, поэтому вот так вот у меня. Вы же смотрите по вашей пряже, либо стирайте, раскладывайте. Но эту косу же желательно, конечно же, расплющить. Она будет и как бы выглядит на вас получше. И везде, ну, в общем, она, я, вот, смотрите, горловина. Так, все тянется, все прекрасно. Я сейчас разутюжу этот джемперочек, сфотографирую на себе. Так, есть. Так, девчульки, вот он мой результат. Разутюжила, но я же говорю, это особенности той пряжи, из которой вязала я. Прям такая жесткая утюжка. Вот. Расплющила косу. Так вот он выглядит. Подкорректировать на любой размер, как бы. Это уже подкорректируйте длиной рукава, шириной. Да. И вот такой вот мой джемпер.